В пятницу вечером на Никитском бульваре ждут любители театра и кино. В 19:30 спектакль «Вредные советы» там представят артисты областного театра драмы. Сразу после открытый кинопоказ. Зрители увидят фильм под названием «Джим Пуговка и машинист Лукас». Это волшебная история о приключениях маленького мальчика, который превращается в настоящего героя. Организаторы кинопоказа напоминают, что приходить на представление стоит при условии хорошей погоды. Возрастное ограничение 6+. Приглашают на фестиваль науки. В Центральном парке в субботу ждут юных любителей науки и их родителей. Организаторы Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовили необычный фестиваль «Формула доверия». Он проводится в разных городах страны, в парке в полдень и в 14:00. Участников, помимо концертной программы, ждет 11 интересных заданий, посвященных биологии, психологии, космонавтике и другим наукам. Все участники получат сувениры, а победители – призы. В финале все желающие смогут оставить свой рисунок на общем панно. Возрастное ограничение 6+. Интересные программы в эти выходные подготовили все парки города. В субботу в Загородном занятие творческой мастерской. В полдень посетители смогут сделать необычные поделки своими руками. В Центральном парке в это же время предлагают отправиться в познавательное путешествие. Там проведут интерактивную программу «Моря и океаны». 9 июня в 11:30 в «Дружбе» ждут гостей на игровую программу «Верные друзья». В Добросельском в воскресенье с 11 утра начнется большой семейный праздник «Сладкоежка-фест». Участников ждут мастер-классы, городок аттракционов и, конечно, необычные лакомства. Например, безе, бананы, шоколад и даже жареное мороженое. На сцене парка выступят владимирские коллективы, возрастное ограничение 0+. 8 и 9 июня на Пушкинском бульваре будет работать ярмарка изделий ручной работы. Секретами сложной лоскутной техники поделятся мастера клуба «Лада». В воскресенье в аллеях парка можно будет поиграть в шахматы, а перед зрителями на бульваре выступят необычные музыканты с этнической музыкой разных стран. Возрастное ограничение 6+. Тех, кто готов отправиться в небольшое путешествие по области, приглашают на муромцевские гуляния. Они проходят в Судогодском районе. 6-й открытый районный фестиваль народного творчества и ремесел пройдет в субботу на новом месте. Рядом с каретным двором усадьбы Харповицкого напротив местного ДК. В 14:00 там начнется ярмарка мастеров. Гостей ждут сувениры, блюда русской кухни, карусельная поляна и необычные спортивные развлечения. Грабли-бол, сено-крикет и сенокос. Возрастное ограничение 6+. Любители живого исполнения приглашают отправиться в музыкальную экспедицию. Фестиваль проводится в области уже в 6-й раз. По традиции артисты Владимирского губернаторского симфонического оркестра совместно с известными приглашенными музыкантами выступят в разных районах 33-го региона. 8 июня концерт фестиваля пройдет в Кольчугино на Центральной площади. 9 июня экспедиция отправится в Александров и выступит на территории музея-заповедника. Начало концерта в 18:00, вход свободный. Для желающих из Владимира организуют трансфер от Театральной площади. Возрастное ограничение 6+.